Учитель рисует на листке бумаги несколько кружков и спрашивает одного ученика, сколько здесь кружков? 7, отвечает ученик. Правильно. Так сколько здесь кружков? Опять спрашивает учитель другого ученика. 5, отвечает тот. Правильно, снова говорит учитель. Сколько же кружков он нарисовал на листе, да? 12, с одной стороны 7, с другой стороны 5. Первому ученику он показал первую сторону, с которой нарисовано 7 кружков. А второму ученику он показал вторую сторону, с которой нарисовано 5 кружков. Ну что, отлично.